Всем привет, дорогие друзья, с вами Билл. Сегодня мы продолжаем проходить игру «Губка Боб, квадратные штаны, свет, камера, штаны». Остановились мы на том, что мы вылечили мистера Крабса от болезни, из-за которой он не мог считать деньги. И угостили миссис Пафф яблоком и заставили ее сниматься в фильме. И вы спросите, что я до сих пор делаю в этой лодочной школе? А все потому, что я забыл предложить Морти сняться в фильме. В нашем фильме про морского героя Очкарика. Давайте как раз это и сделаем. Я уже кое-что придумал. Правда? Что? Хочешь сняться в фильме вместе с морским героем и Очкариком? Ты еще спрашиваешь. Морской герой такой классный. Ура, новый актер. Так, с этой девочкой мы не можем поговорить. Ну ладно, убираемся отсюда. Так, не то. И куда мы сегодня отправимся? Отправимся мы в заповедник Щупальца. Там, где зависает Сквидвард. Так, тут охранник какой-то. Здравствуйте! Я пришел к своему другу Сквидварду. Сожалею, но дети в заповедник Щупальца не допускаются. Там до истинного счастья щупальцам подать. Кроме того, юноша, мир и покой нашего сообщества покажется тебе ужасной скукой. Но мне так нужно с ним встретиться. Довольно. Вот тебе билетик в кино. И грузи себе голову всякой ерундой. Взрослые говорят такими длинными словами. Да уж. Ладненько. Билетик в кино. Это значит, что у нас... Постоянно забываю. Открыта новая локация. Это кино. Так, как называется? Девятый вал. Ладно. Давайте дадим билетик. Вот он. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Так, что тут у нас? Туалет. В кинозал давайте пойдем. О, реквизит. Отличненько. Так, почему тут нет никого? Давайте в туалет пойдем. А, ясненько. Эй, 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 подъем! Подъем, амигу. Что? А в чем дело? Простите, что разбудил, но мне очень нужно кое-что в буфете. Ой, меня же босс заживо сожрет. Надо срочно бежать за стойку. Так, это у нас что такое? Было бы у меня чем и куда записать этот номер? На заповедник Щупальца. Записали. Ну надо же, куда ни плюнь, везде реклама. Тем временем? Интересно, что? А, так как его, пузырь? Один из самых плохих, неплохих чуваков морского героя Очкарика. Что? Да вы что, издеваетесь? Грязный пузырь заразил пузырьковый автомат, и теперь грязный его клоны пузырь, громят что? Нашу студию! А-а-а! Так, срочно туда морского героя и Очкарика, они же супергерои! В шашки играют! Но кто же остановит грязного пузыря? Нужна помощь, мистер Молодстейн? О, ты как раз вовремя! Слушай, на студию заявился грязный пузырь, и теперь там все громит! Сходи, разберись. Надо лопнуть все пузыри и все потом вычистить. Хорошо, а что вы будете делать? Парень, по-моему, мы это уже обсуждали. Точно. Так, нужно ловить эти пузырьки. Так. Ура! Мини-игра очередная. Мне это нравится. Ура! Так. А, нет, блин. Ёж морской. Так. Тихо, давай. Блин. Ёж морской. Ловим этих
Лупаем, лупаем, лупаем. Давай, давай, давай. Губка Боб, я верю в тебя, ты сможешь. Так, 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 тихо, тихо. Ура! О, победа, это все? Ладно. Новый актер. Грязный пузырик. А реквизит-то какой? Я так и не понял. Все нормально? Да. Тебе спасибо. Прибежал как раз вовремя. У меня начальник еще тот. Ясненько. Как же ты заснул в туалете? Знаешь, работа у меня не самое веселое, когда основное занятие отдирать жвачку от прилавка. Заснуть проще простого. Владенька, согласен. А можно шоколадку? А можно мне шоколадку? Спрашиваешь, ты же мою чешую спас. О, у меня есть идея, ребята. Можно присоединиться? Я знал, что у меня получится. О, так это что? Что просила Сэнди? Возвращаемся к Сэнди. И даем ей орешки в шоколаде. О, а теперь можно идти. Такс. Ну, а Сэнди? Ой, не верю своему носу! И все сожрало. Фу, прямо то, что доктор прописал. Ну как, полегчало? Да, Губка Боб, прости, что я так странно себя вела. А, ерунда. Не спорь, за мной должок. Так, в фильме сниматься не хочешь? Сэнди, мне поручили найти актеров для новых приключений морского героя и очкарика. И я очень хочу тебя пригласить. Для тебя что угодно. Но с чего ты взял, что у меня получится? Да ты что? Только великие актрисы впадают в такие безумства. Ну ладно, придется спасать твой фильм. Новенький актер. Это хорошо. Так, не туда, не туда. Пойдем в этот... Хотя... О, там же был телефон, мы можем позвонить. Заповедник Щупальца. Да-да-да-да-да. Алло? О, это ужасно! На помощь! Скорее! Что случилось? Какой-то музыкальный маньяк закатил концерт. Что там, классика или джаз? Хуже! Прогрессивный рок! О, только не это! Ждите, я сейчас буду. Теперь-то я успею пробраться внутрь. Так, 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 быстрей, быстрей, быстрей. Заповедник Щупальца. Эй, ты тут? Ну как? Поймали того ужасного рокера? А ты о нем откуда знаешь? И вообще, как ты сюда попал? Но... Так это розыгрыш. Простите? Из-за тебя я работу потеряю. О, нет. Кажется, я знаю, как вам помочь. И как же? Ну, я могу предложить вам другую работу. Сняться в новых приключениях морского героя и очкарика. Ладно, я согласен. Если это вопрос жизни и смерти, то делать нечего. Это значит да? Да, болван. Ну почему постоянно Боба оскорбляют? О, Сквидвард! Какая встреча! Сквидвард!
А я тебя везде искал. Привет, Губка Боб. Тебе срочно нужно вернуться в лагуну Бикини. Ты ведь хочешь сняться в новых приключениях морского героя и очкарика? Нет. Даже не верится, что я это говорю. Я бы с удовольствием, но... О, отлично, пойдем. Не могу. Тут мне стало так скучно, что теперь вообще ничего не хочется. Ну, как же тебя взбодрить? Может, принести энергетический напиток? Честно говоря, я бы выпил чашечку какао. Элементарно. Наверняка где-то поблизости есть кафе. Ну, не может не быть. Чудно. И не забудь про взбитые сливки. Я всегда их добавляю в какао. А купить их можно только в супермаркете. Уже иду. Держись, дружище. Думаю, если за дело взялся Губка Боб, держаться осталось недолго. Да ладно тебе. Мне казалось, тебе здесь нравится. Ну да, так оно и было. Но каждый день делать одно и то же просто невыносимо. И потом я так соскучился по дому. Даже по мне? Ладно, хватит этих нежностей. Ты должен мне помочь. Так, ищем этот супермаркет. Идем в прилавку. Опаньки. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, чашку какао. А деньги-то откуда у тебя? Так, взбитые сливки. А где мы возьмем, собственно, эти взбитые сливки? Надо думать, думать, думать. Куда нам пойти? Так. Что у нас здесь? Так, где мы? Так, на юг, лагуна Бикини. Давайте посмотрим, что у нас здесь. В склад. Давайте пойдем сюда. Так, тут есть взбитые сливки? Добро пожаловать в С-клад. Здравствуйте, у вас есть взбитые сливки? А тебе зачем? Ну, это я вообще-то для друга. Ага, ну конечно, там они, в дальнем углу. Тебе повезло, сегодня мы раздаем бесплатные образцы. Бери, не хочу. Спасибо большое. О, нет. Что такое? У нас в полдень распродажа орехового масла. Так это же здорово! Да, здорово. Для всех, кроме меня. Ты хоть раз видел полчища домохозяек, которые сметают все на своем пути? Нет. Сейчас увидишь. Да. Задраить люки! Резня начинается. Тихо. Осторожненько. Так, давайте поторопимся. Ничего не делает. Так, тихо, тихо. Бери, не хочу. Победа. Ей. Ну, можете выходить. Все, разошлись. Ты меня просто спас. Ты так работаешь с покупателями. Ну, было где учиться. Пока у вас все тихо.
ладненько. Не хотите подумать о роли в новых приключениях морского героя и очкарика? Что угодно, только бы не работать в этом безумном месте. Отлично! Ваш энтузиазм будет отличным примером всем другим актерам. Так, ладненько. Отличный товар по отличной цене. Идем, ищем эти сбитые сливки. Тут они? А вот они. Последний баллончик. Хорошо, что он затерялся тут среди водорослей. Так, 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 так. Заповедник Щупальца. Так, 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 так. Губка Боб! Так держать! Ваш заказ – какао со взбитыми сливками. Чудесно. Восхитительно. Бесподобно. Как ни странно, на этот раз ты сделал все правильно. Ну что ж, раз тебе уже лучше, так как насчет съемок в новых приключениях морского героя и очкарика? Я согласен. Только бы выбраться из этой дыры. Увидимся, вот. Сквидвард. Узнаю старика Сквидварда. Так, ну, собственно, мы на западе сделали все. Теперь идем на север. А, не-не-не-не-не-не, давайте на юг, где мы уже начали. Начали, так закончим. Так. Закусочное ведро с приманкой, или как оно там называлось? Короче, к планктону мы идем. Смотрим, что у него. Так-так-так-так-так, кухня. Швабра. Кто-кто? А я со шваброй обращаться умею. Это ясненько. Опять этот робот. Интересно, что тут за шум? Посмотри вниз, идиот! Это я, Планктон! Планктон? Ой, а ты где? Я под этим дурацким роботом! Сними его с меня! Ща-ща, не горячись. Как тебе помочь? Найди масло, чтобы смазать шестеренки этого бестолкового робота. Фу, это легко, я мигом. Да стой ты, идиот. Когда робот упал, он еще и пульт управления разбил. Значит, нужно еще что-то, кроме масла. Да, принеси какой-нибудь прибор связи, чтобы управлять роботом, когда мы его смажем. Ракушка Фон, он у нас есть. А то он мне усик отдавит. Ты как туда попал? Я не смазал шестеренки этой консервной банки, и его заклинило. А, понятно. Но ты-то как туда попал? Так о том и речь, балбес. Я тут разрабатывал план завоевания то есть план борьбы с мировым голодом. И вдруг эта жестянка взяла и рухнула прямо на меня. Так, у нас уже есть эта вот ракушка Фон. Нужно масло. Подождите, подождите. Блин. Так что мне должен сделать-то, я не могу понять. Биологический анализ секретной формулы выполнен на 99%. Последний параметр, он же ингредиент, установить невозможно. Привет, Карен! Все разгадываешь секретную формулу Крабсбургера? А, ну да. Так. Ладно. Слушай, ты не знаешь код замка на маслохранилище? Естественно, знаю, но тебе не скажу. Но почему? Я запрограммирована давать его только Планктону. А ты не можешь сделать исключение? Нет. Да почему? А вы с Планктоном, ну, знаешь, обручены? Ах ты, маленькая любопытная губка. Карен, приказываю тебе сказать мне код от маслохранилища. В чем Что? Дело? Никак мир не захватишь. И не спрашивай. Это губка. Давай губ? Же говори мне код Говорит. От маслохранилища. Я тоже рада тебя видеть, солнышко. Я так и знал. Что ты сказал? А, ничего, милая.
Я не понял, это Губка Боб сказал? Так, ладно. Не будем отвлекаться. Так. Так, это должно сработать. Вот оно и масло. Не все то сыр, что в масле катается. Давайте поможем планктону. Теперь надо найти для планктона какую-нибудь штуку типа рации. Не забывай, у тебя же ракушка-фон. Ты невыносим! Чуть не опоздал! Еще секунда, и от меня бы мокрое место осталось. А теперь... можно вернуться к мировому господству. Радуйся, пока можешь. Эй, планктон! Раз ты освободился, вы с роботом Бобом не хотите сняться в фильме? Всемирную популярность телевидения можно использовать, чтобы управлять бесчисленными зрителями. Да. Запиши нас! Ладненько. Ну, а что стало с Губкой Бобом? Сможем ли мы найти всех актеров? Вы узнаете в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, оценивайте, комментируйте. Всем удачи и всем пока!